Привычка жить в эпоху ковида не повод терять бдительность. Сегодня новый штамм вируса – причина очередного роста заболеваемости. Поэтому в транспорте находиться без маски опасно, напоминают специалисты. За несоблюдение антиковидных мер грозит штраф до 30 тысяч рублей. Это при первичном нарушении. И до 50 тысяч в случае рецидива. Рейды, направленные на выявление нарушений масочного режима, в городе проводят каждый день. Если мы выявляем кого-то, кто отказывается эту маску надевать, а такие люди, к сожалению, все еще есть, мы видим, то у нас участвуют сотрудники полиции в рейде, которые тут же на месте оформляют административный протокол. Только на прошлой неделе правоохранители выписали штраф в отношении 73 жителей города. За два неполных зимних месяца их число составило 397. Это те, кто категорически отказывался следовать рекомендациям надевать маску в салоне транспорта. Это очень серьезно. Хожу в маске, потому что возраст уже солидный. Ну и тем более я болел. Я это все сейчас воспринимаю по-другому. В рейдах участвуют не только сотрудники полиции и профильного департамента города, но и представители компаний-перевозчиков. Они отвечают за безопасность пассажиров и вне проверок комиссии. Каждый сигнал, поступивший в том числе через социальные сети или на горячую линию, отрабатывается. Это касается и сообщений о персонале, работающем на маршрутах. В отношении членов экипажа, которые игнорируют требования, также принимаются меры. В первую очередь дисциплинарная ответственность, лишение премиальной части заработной платы. Чтобы для этого были основания, проводится служебная проверка. Право не надевать маску имеют только те водители, которые находятся в изолированных кабинах. Но важно помнить, что в борьбе с вирусом нужно соблюдать комплекс мер. В транспортных предприятиях круглосуточно продолжают работать мобильные бригады, обеззараживают контактные поверхности. Сегодня подвижной состав снабжен рециркуляторами воздуха, за исправностью которых следят инженерные службы. Известно, что школьники вышли с дистанционного обучения. В связи с этим транспортное предприятие напоминает уважаемым родителям, что необходимо снабдить всех пассажиров, школьников масками, защитными средствами и пополнить транспортные карты. Режим усиления проверок в общественном транспорте Самары сохраняется. Ежедневно комиссионные бригады охватывают контролем до 35 маршрутов. В неделю во всех видах городского транспорта организуется 80 рейдов. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.